Ключевым фактором поддержки Пашиняна является то, что армия и служба национальной безопасности сохраняют ему верность. Пока силовики сохраняют верность Пашиняну, его позиция устойчива. Второй фактор поддержки – то, что в парламенте фракция Пашиняна имеет большинство. Пока эти люди не предадут Пашиняна, либо не сдадут его, с ним никто ничего сделать не сможет. Если все-таки сдадут, судьба Пашиняна будет печальна. Ему предъявят обвинение в государственной измене и из него сделают козла отпущения. Об этом, как передает канал 13, заявил российский военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Караченко, комментируя протесты против армянского премьера. Эксперт в очередной раз отметил, что вина Пашиняна в проигрыше Армении номинальна. За 2,5 года, пока он находился у власти, невозможно развалить вооруженные силы Армении. Следовательно, ошибки в их строительстве, боевой подготовке, оценке противника, вина Армении как государства и вина предыдущих руководителей Армении Роберта Кочеряна и Армена Саркисяна, сказал он. Караченко также указал на стратегические просчеты, которые допустила Армения. Армения допустила следующие просчеты. Пашинян спровоцировал войну в политическом плане. Он делал те заявления, те поступки, проводил ту политику, которую привели к войне. Политически Пашинян, безусловно, развязал эту войну. Второй просчет – недооценка противника. Линия армянской обороны не менялась 20 с лишним лет. Армения готовилась к вчерашней войне, к войне, которую продемонстрировал Азербайджан. Армения оказалась не готова. Это стратегический просчет потенциала противника и недооценка новой реалии войны. Армения думала, что создала многоэшелонированную долговременную линию обороны в горах, минные поля, а дальше отсиживалась на лаврах былых побед. Но характер современной войны поменялся. В Армении этого никто не осознал, поэтому поражение стало абсолютно естественным, уточнил Караченко.